смотрите «Наше время». В студии Юлия Гафарова. Здравствуйте. Застрявшие в лабиринте. 80 оренбуржцев стали жертвами банкротства крупнейшего туристического оператора. Около половины из них продолжают ждать помощи в Греции и Болгарии. Напомню, 2 августа компания «Лабиринт» заявила о приостановлении своей деятельности. В итоге отдых оказался безнадежно испорчен у 30 тысяч российских туристов. Когда люди смогут вернуться на родину, выясняла Яна Корчик. Ну, порядка 80 человек у нас находится за границей. Это Болгария и Греция. Банкротство «Лабиринта» не обошло стороной оренбуржцев. Еще на прошлой неделе ничего не предвещало беды. Однако уже в минувшую субботу оренбургских туристов да оренбургские турагентства ждал неприятный сюрприз, с последствиями которого турфирмы остались наедине. Мы вчера вторично проплатили туристам, которые отдыхают в Греции, расселение в отелях. Им грозило выселение из отелей. Туристы, которые прилетели 2 августа на остров Родос, возможно, придется их вывозить тоже за свои деньги. Остальным туристам подготовлены пакеты документов для обращения в страховые компании. Тем временем оренбургский филиал «Лабиринта», так же как и его московский брат, быстро свернул свою деятельность. Ну а вот и офис оренбургского филиала печально известного турагентства «Лабиринт». Сегодня двери здесь закрыты. И по нашей информации, технику и документацию отсюда вывезли еще в минувшее воскресенье. Новость о банкротстве туроператора застала врасплох и жителя Бузулука Анатолия Панфилова. На отдых он прилетел в минувший четверг. Однако уже в субботу пришлось паковать чемоданы. Сегодня неизвестность для этого оренбуржца кончилась, сообщил он в Фейсбуке. Вот и Шереметьево. До дома не близко, но это уже Россия. В Министерстве туризма сообщили, что на данный момент усилиями турпомощи за границу удалось вызволить 40 человек. Также стало известно, что для вывоза соотечественников на родину компания «Ryanair» задействовала 5 самолетов. Из Греции сегодня приземлился самолет с нашими пассажирами. Также мы знаем, что 6-го будет рейс из Болгарии с нашими пассажирами. Примерно, наверное, к 7-му числу, скорее всего, уже вернутся все наши туристы. Яна Корчик, Дмитрий Журавлев. «Наше время». Зарегистрировали оперативно. В облсберкоме определились с первым кандидатом в губернаторы. Им стал исполняющий обязанности главы региона Юрий Берг. Такое решение приняли сегодня на избирательной комиссии большинством голосов. Напомним, документы для регистрации 7 претендентов на пост губернатора подали в облсберком накануне. И только после проверки их на достоверность принимается решение о регистрации. Кто составит конкуренцию Юрию Бергу, станет известно до 14 августа. А сами выборы губернатора нашего края пройдут 14 сентября, в единый день голосования. Москва в помощь. Разбираться в крутом нраве реки Сакмара будет столичная комиссия. Сегодня в Оренбург прилетел министр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков. Главный спасатель посетил село Желтое Сарактажского района. Напомню, там рухнул берег реки. Обрыв вплотную подходит к автомобильной и железной дорогам. И сегодня глава МЧС России и исполняющий обязанности губернатора нашего региона приняли совместное решение обратиться за помощью к федеральному правительству. О том, какие экстренные меры спасатели примут уже в ближайшее время, Ольга Патрушева. Крутой нрав реки Сакмара жители окрестного села на себе ощутили несколько лет назад. Тогда в их домах пропал свет. Грешили на коммунальщиков, но когда узнали причину, выяснилось, они тут ни при чем. Берег упал и столб ушел же. Коммуникация вот так вот стояла, вот сейчас вот ровно как идет, вот так было стояло. Вслед за линиями электропередач на безопасное расстояние перенесли и газопровод. Теперь на этом месте ограждение по периметру и на каждом шагу устрашающие таблички. Потому как берег продолжает рушиться угрожающими темпами. В мае этого года село Желтое в прямом смысле слова потеряло 8 метров своей территории. Обрушился берег реки Сакмара. Обрыв вплотную подошел к автомобильной дороге. В зоне риска оказалась и железнодорожная магистраль. Областные чиновники ситуацию назвали чрезвычайной, но признались, в одиночку им не справиться. Этого гостя жители села Желтое больше всего, похоже, ждали в последнее время. После того, как здесь побывали все муниципальные и областные чиновники, надежды лишь на федеральных. Немного осмотревшись, глава МЧС заявляет, ситуация действительно чрезвычайная, медлить нельзя. Мы вводим ограничения на железную дорогу, и регламент сегодня уже будет подписан. Мы вводим ограничения на применение грунтовой дороги, которая здесь. Но это лишь меры временные. Исполняющий обязанности главы региона рассказывает гостю, разработан целый проект по берегу укреплению. Сеточку, камушки вот так сложить,
как это? Габионная система. Габион. Цена вопроса почти 500 000 000 рублей. Областной, тем более местные бюджеты такую сумму не потянут. В правительстве не раз намекали железнодорожникам тоже впору забить тревогу. Ведь до пути это всего каких-то 50 метров. Ведет переписку и переговоры с ОСЖД. Однако на сегодня решение этой проблемы не найдено. Особое беспокойство вызывает тот факт, что линия обрушения проходит на расстоянии около 50 метров железнодорожного полотна участка Оренбург-Кадерля и УЖД. Повреждение железнодорожного полотна повлечет за собой прекращение движения пассажирских и грузовых составов. Необходимо отметить, что на данном направлении объездные железнодорожные пути отсутствуют. Другими словами, если не прекратить обрушение, то несколько поселков будет отрезано от райцентра. Но этого допустить нельзя. А потому проекты по берегоукреплению направят в Москву. Там же поставят точку и в самом главном вопросе. Благодаря чьим деньгам берег Сакмары больше не будет осыпаться? Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время. И добавлю, что в прошлом году президент РЖД Владимир Якунин уже высказывал свое мнение относительно обрушения берега. Вот как он отреагировал на обращение областных властей. Мы пока никакой опасности там не видим, а попытка субъекта федерации перенести свою собственную головную боль на РЖД по причине того, что достаточно большие деньги, на мой взгляд, является некорректной. Значит, эта тема звучит уже на протяжении 3 лет, и мне кажется, что пора было бы вообще перейти от слов к делу. Иначе мы действительно дождемся, что там съест берег река, и там придется решать значительно более серьезные проблемы. Поэтому с учетом ограниченности бюджета у АО РЖД ответ о возможном соучастии отрицательный. Будем чуть получше себя чувствовать, готовы будем рассматривать вопрос о каком-то совместном участии. Какую позицию займут российские железные дороги в этом году, пока не ясно. Мы будем следить за развитием событий. Сейчас о происшествиях. В Кваркинском районе полицейские устанавливают причины аварии, в которой пострадали 7 человек, среди них 3 детей. Предварительно известно, что ВАЗ-99 модели выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другой отечественной легковушкой. Всех участников аварии с различными травмами доставили в больницу. Другое ДТП произошло сегодня ночью в Оренбурге. Иномарка на полном ходу протаранила ВАЗовскую «семерку». Авария случилась на пересечении проспекта Победы и улицы Орской. Момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что «Форд Фокус» и «ВАЗ» 7 модели двигались на зеленый сигнал светофора. Водитель иномарки решил повернуть налево и не уступил дорогу ехавшему навстречу автомобилю. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-2107 с телесными повреждениями госпитализирован. По данным ДТП назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Пешеходный мост через Урал требует ремонта. К такому выводу пришли в управлении строительства и дорожного хозяйства города после недавнего инцидента, когда под переправой, соединяющей Европу и Азию, рухнула огромная бетонная плита. Тогда в происшествии никто не пострадал, все произошло ночью, но работу детской железной дороги все же пришлось приостановить на несколько часов. Насколько безопасен мост и когда его начнут ремонтировать, сегодня выяснял Мерике Ульманов. Две части света, Европу и Азию, пешеходный мост через Урал навсегда связал ровно 30 лет назад. За это время он стал не только визитной карточкой города, но и излюбленным местом всех оренбуржцев. А ведь раньше берега Урала связывали не столь изящные конструкции. В советские годы построили переправу на сваях. Правда, ее приходилось разбирать каждую весну, а потом снова собирать. Это доставляло огромные неудобства, и в 1983 году городские власти решили строить капитальный мост. Вот только ни денег, ни стройматериалов на это не было. Пришлось подключать местные предприятия. Ни одна деталь не доставалась так просто. Даже взять канаты, на которых это же вантовый мост, он висит на тросах. И их в то время выпускал один единственный завод в России, волгоградский, потому что они оцинкованные. И, ну, представьте, достать оцинкованный канат было без госнаба, напрямую договориться, это все равно, что в то время выиграть «Волгу» по лотерее. Проводился ли с тех пор текущий капитальный ремонт и моста, неизвестно. По крайней мере, в городской администрации сказать об этом затруднились. Первый звонок, что сооружению требуется внимание специалистов, раздался на прошлой неделе. Плита упала, поезд не может пройти. А он оттуда едет? Да, он оттуда едет. А работаешь кем? Работаю, ну как, сегодня пока не тем, пока не списали. По
Под пешеходным мостом упала бетонная плита. Рухнула она рядом с детской железной дорогой, не задев сами рельсы. Тогда в ЧП никто не пострадал, но опасения вызывает еще одна бетонная плита, нависнувшая над путями. Видно, что и сам мост постепенно изнашивается. От воды произошло как бы подмытие небольшое. Несущую часть буи как осталась в норме, так она и осталась. То есть это мы демонтировали, и в течение там 2 часов мы его убрали из этого тоннельчика. Сергей Рукин уверяет, с мостом ничего страшного не произошло, но при этом не отрицает, что ремонт конструкции нужен. В этом году заложено проектирование, то есть изучение этого моста, в дальнейшем устранение где-то что-то. Но мост абсолютно безопасен, то есть как ходили, так и можно ходить. Вереки Ульманов, Владимир Семенов, «Наше время». 1 000 000 рублей на благо вынужденных переселенцев из Украины. Такую сумму получит наш регион из федерального бюджета. Всего на обустройство гостей из соседнего государства правительство России выделило 366 миллионов рублей. Треть суммы по понятным причинам направили в Ростовскую область. Оренбургскому краю такая материальная поддержка не помешает. Напомним, в середине июля областной центр принял 2 спецрейса с беженцами. Временный приют на нашей земле получили больше 200 человек. Причем 126 пожелали остаться надолго. Вынужденных переселенцев расселили по всей области. Особенно тепло их приняли в Сорочинском и Новосергиевском районах, Новотроицке и Бузулуке. Несколько десятков человек, которую неделю трудятся и в самом Оренбурге. Так, локомотиво-ремонтный завод обеспечивал рабочими местами и жильем 15 гостей города и готов взять под опеку еще как минимум 20 обладателей умелых рук. Снова в армию. Жители Оренбуржья призовут на военные сборы. Учения пройдут в 2 этапа – в конце августа и начале сентября. Оказаться в списке могут резервисты, подходящие по состоянию здоровья. Но основной критерий для организаторов сборов – это воинская специальность бывшего солдата. О том, кому придется вновь примерить форму и насколько масштабными будут сами сборы, знает Виталий Сапожников. С того момента, как президент подписал указ о сборах резервистов, многие мужчины с беспокойством стали поглядывать в сторону почтового ящика. Еще раз испытать пресловутые тяготы и лишения взрослым и семейным людям будет уже не так легко. Ведь, например, офицер запаса может проходить переподготовку аж до 55 лет. Впрочем, в военкомате поспешили успокоить. Вновь топтать сапоги отправится всего лишь 46 человек от всей области. Это сравнительно немного. Сотрудники военного комиссариата будут выбирать, а по какому критерию это должны быть люди, которые соответствуют требованиям, которые предъявил нам командир части, то есть по военно-учетным специальностям, и те, которые, естественно, подходят по здоровью, ну и по категориям возрастным и так далее. Призовут этим летом бывших механиков, водителей, ремонтников, а служить им предстоит в Тоцке – ремонтировать и обслуживать военную технику. Уже известно, что среди 46 человек будет один бывший офицер и несколько прапорщиков. Отказаться от участия в сборах можно в случае болезни или при наличии других уважительных причин. Есть определенные категории, которые, в принципе, мы не имеем права призывать. Это, например, сотрудники Госпожнадзора, кто стоит на специальном учете. Это сотрудники, гражданский персонал вооруженных сил, ну и так далее. Кроме этого, те, которые, допустим, уже в течение 3 лет были на таких сборах, поэтому мы не имеем права их чаще, чем раз в 3 года вызывать. В финансовом плане за время отсутствия на работе резервисты ничего не потеряют, обещают в военкомате. Им просто-напросто оформят оплачиваемый отпуск, а издержки компенсируют Минобороны. Вообще, подобные сборы резервистов – практика регулярная. Они проводятся во всех 4 военных округах страны. И, как уверяют руководители сборов, с ситуацией в Украине нынешние учения вчерашних солдат никак не связаны. Более того, к примеру, в 2011 году военную форму в Оренбурге вновь одели более 800 человек. И это крупнейшие сборы резервистов за последнее время. Виталий Сапожников, Вадим Нечаев. «Наше время». В Оренбурге подорожал бензин. Как сообщает пресс-служба правительства области, цены повысились на 1,5%. Так, стоимость 80-го сейчас в среднем составляет 30 рублей 10 копеек, 92-го – 30 рублей 66 копеек и 95-го – 34 рубля 74 копейки. Стоимость дизельного топлива пока остается неизменной. Отмечу, что за прошедшую неделю бензин подорожал в 62 субъектах России, причем самое дорогое топливо выявили в Саратове. По данным Росстата, с января 2014 года производители топлива увеличили цены почти на 14%.
Угнала автомобиль ради развлечения. Полицейские задержали 18-летнюю оренбурженку, которая похитила иномарку своего знакомого. Покатавшись на чужой машине, девушка оставила автомобиль на улице Элеваторной. Найти молодую угонщицу правоохранителям не составило труда. Выяснилось, что она уже 5 раз привлекалась к уголовной ответственности. Для чего девушка садится за руль чужой машины и как совершает угоны, выяснял Иван Бер. Евгений Александрович, я не буду поворачиваться. Вот она, не то угонщица, не то любительница экстремальных развлечений. С молодой особой теперь беседуют полицейские. Накануне 18-летняя оренбурженка угнала автомобиль у своего нового знакомого. Владелец Mitsubishi Galant решил покатать девушку по Зауральной роще, но ненадолго вышел из машины. Бесшабашной угонщице хватило и пары минут, чтобы пересесть за руль чужого авто и скрыться. Накатавшись вдоволь, она оставила иномарку на улице Элеваторной, предварительно разъединив провода зажигания. Таким образом, позаботилась, чтобы авто не угнали повторно. Личность угонщицы сотрудники полиции установили почти сразу. Ее здесь хорошо знают. Зачем вы знаете? А с какой целью? Вам деньги нужны были? Да какие деньги, блин? Покататься я хотел. Просто покататься и все? Да. Любительница иномарок призналась, угоняет авто ради интереса. Сначала это была «Черри», теперь «Mitsubishi Galant». Это уже 5-е преступление на счету молодой автомобилистки. Девушка ни о чем не жалеет и признается. Теперь ее мечта – угнать «Infiniti». А сожалеете об этом? Еще выйти? Прав на управление транспортным средством у девушки нет, но каждый раз угнанный автомобиль она возвращает в целости и сохранности. Первый раз любительница острых ощущений отделалась только штрафом. Теперь ей грозит уголовная ответственность по статье «Угон» и заключение на срок до 3 лет. Сейчас пока идет досудебное разбирательство. Она находится под подпиской о невыезде надлежащем поведении, после чего дело будет направлено в суд. И будет назначена мера наказания. Иван Бер, Вадим Нечаев. Наше время. Сэкономить на квартире 300 тысяч рублей. Сейчас это возможно. Группа компаний «Листы» и банк «ВТБ-24» вместе разработали целый комплекс мер, которые помогут оренбуржцам купить хорошее жилье дешевле. Как это работает, разбирались наши корреспонденты. Это уже знаменитый дом на Чкалова. Один из последних проектов компании «Лист». Здесь просторные квартиры с усовершенствованной черновой отделкой, подземный паркинг, развитая инфраструктура. И теперь свои апартаменты здесь можно купить с экономией до 300 тысяч рублей. Все благодаря специальной летней акции группы компаний «Лист» и банка ВТБ-24. Это в первую очередь многолетние отношения и с банком, и наша любовь непосредственная к нашим клиентам. То есть мы своих клиентов доводим до конца. И на время лета мы приняли решение совместно с банком, что мы можем позволить себе это и сделать скидку. Вот как это работает. Для начала нужно выбрать квартиру по душе, одну, двух- или трехкомнатную, и можно начинать экономить. Строительная компания дает летнюю скидку от себя. Размер скидки до 150 тысяч. То есть человек, уже приобретая скидку, еще идет в банк. Банк им предоставляет дополнительную скидку по процентной ставке. То есть это наивыгоднейшее предложение на сегодняшнем рынке. Все верно. Клиент идет сюда, на улицу Новую, в ипотечный центр банка ВТБ-24 и получает еще одну скидку. Ежемесячный платеж будет ощутимо ниже, чем у других кредиторов. Например, за однокомнатную квартиру составит примерно 11,5 тысяч. Для клиентов компании «Лист» ВТБ-24 предоставляет скидки в районе 0,5% от суммы кредита. То есть минимальная ставка будет для клиентов 11,65. Кроме того, это выгодное предложение распространяется на квартиры во все дома компании «Лист». Дома на Чкалова, Просторной, Шевченко, Пролетарской. Вариантов множество. Остается только выбрать свой и поторопиться. Летняя акция действует до конца августа. А после ВТБ и «Лист» разыграют специальные призы. Самые нужные для новоселов. Люди, которые купили квартиру, им, конечно, хочется обустроить ее. Здесь у нас будет посудомоечная машина, телевизор и холодильник. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время. Первые во всем. Оператор связи интернета «Мегафон» сегодня отметил юбилей – 10 лет работы в Оренбургской области. За такое короткое время компания сделала в своем развитии гигантский шаг. Сейчас оператор присутствует даже в самом отдаленном уголке региона, обеспечив оренбуржцев не только надежной связью, но и высокоскоростным интернетом. Останавливаться на достигнутом компания, конечно, не собирается. О ближайших планах «Мегафона» наши корреспонденты. 10 лет назад мы не могли себе представить, что когда-то количество сим-карт, активных сим-карт будет больше, чем население того или иного региона. Нам это казалось фантастичным.
Не верилось, но это произошло. В Оренбурге Мегафону доверился каждый второй житель региона. Мегафон – это первый мобильный интернет во всех райцентрах и первый скоростной интернет 4G в Оренбурге. Теперь скорости хватит не только скачать музыку и фильм, но и посмотреть видео онлайн в отличном качестве. Хотя совсем недавно в мобильный интернет мало кто верил. Но поколения менялись, и прошло не так много времени. На сегодняшний день мы уже говорим о том, что мы пользуемся сетями четвертого поколения, где скорости могут достигать 100 мегабит в секунду. Интернет от Мегафона протестировали здесь же, продемонстрировав разработку будущего – очки дополненной реальности от Google. Еще одна интересная функция, которую можно показать – это если я вам сейчас подмигну, очки автоматически сделают фотографию. Пожалуйста. По данным компании, 97% клиентов оператора в регионе остаются довольны качеством обслуживания в фирменных салонах. Именно счастливый клиент – это самый главный результат и главная цель работы оператора в Оренбурге. Раз, два, три! Вики Ульманов, Владимир Семенов. Наше время. Состязание для тех, кто спасает жизни. На стадионе «Оренбург» сегодня открылся 23-й всероссийский турнир по пожарно-прикладному спорту. Принять участие в соревнованиях в наш город съехали спасатели из 27 регионов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Всего почти 800 спортсменов. Открывали состязание министр по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков и временно исполняющий обязанности губернатора Оренбуржья Юрий Берг. Сотрудникам МЧС предстоит соревноваться в таких дисциплинах, как преодоление полосы препятствий, подъем по штурмовой лестнице, пожарная эстафета. Завершится турнир 8 августа. О других новостях из мира спорта расскажет наш обозреватель Сергей Тыщенко. Новая квартира в доме на Чкалова со скидкой до 150 тысяч рублей и частичная компенсация затрат на будущий ремонт. Ипотека от банка ВТБ. Строим вместе. Лист ИФСК. Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте. Новотроицк против Казани. В четверг состоятся очередные календарные матчи в первенстве страны по футболу среди команд второй лиги. Новотроицкое «Носто» встречу четвертого тура проведет на выезде. 7 августа «Столивары» сыграют в Казани с дублерами местного «Рубина». В турнирной таблице российского первенства команды занимают сейчас 6 и 9 места. На утрачан после двух сыгранных матчей 3 очка казанцы провели на одну игру больше, но при этом имеют в своем активе всего 1 балл. Лидирует в дивизионе «Урал-Поволжье» челнинский «КамАЗ», строчкой ниже располагается «Сызрань-2003». Соперники определены. На официальном сайте Федерации хоккея с мячом «Россия» опубликован состав групп первенства страны среди команд высшей лиги. Оренбургский «Локомотив» попал во вторую группу. Компания «Железнодорожником» на первом этапе российского первенства составит «Саратовский универсал», «Воткинское знамя Удмуртия», «Екатеринбургский СКА Свердловск», «Казанское Динамо-2», «Никельщик» из Верхнего Уфалея, «Уральский Акжаик» и «Краснотуринское Динамо-Маяк». Всего в турнире примут участие 25 коллективов. На первом этапе команды проведут круговые турниры, играя по 4 матча с каждым из соперников. К финальным соревнованиям высшей лиги будут допущены 8 лучших клубов регулярного чемпионата. И пока это все новости спорта. До встречи. Важная информация об отключениях. Городские электрические сети сообщают, что завтра, 6 августа, в некоторых домах Оренбурга и Оренбургского района не будет электроэнергии. Причина – плановые ремонтные работы. Уточнить всю информацию можно по телефонам 56 83 38, либо 98 48 48. И оренбургские тепловые сети сообщают, что с сегодняшнего дня и до 7 августа в связи с подготовкой к отопительному сезону будет отсутствовать горячее водоснабжение на некоторых улицах Оренбурга. Тепловые сети приносят извинения за временные неудобства. Телефон горячей линии по теплоснабжению 405-300. Таким было наше время сегодня. Завтра в этой студии Ирина Шмидт. Вам хорошего вечера и отличного настроения. До встречи! Стиль ведущий, женский клуб, 5-й сезон.